Ну, в последнее время вообще мы только живем новостями. И я не знаю, что должно произойти, когда уже говорят там по последним сводкам 200 детей погибло, что еще должно произойти, 200 жизней детских положили на непонятную вообще войну, непонятные результаты, итоги. И я считаю, что просто, не знаю, если люди уже до этого момента не опомнились, я не знаю, что должно произойти, чтобы они остановились. И сейчас пойдет, мне кажется, кровь за кровь, брат за брата. И если сейчас не предпринять какие-то сверхмеры, то, возможно, это растянется и выльется в Третью мировую войну, чего все боятся, и украинцы, я думаю, и русские, и вообще весь мир, на самом деле.